очень много было песен переводных на русский язык. И вот мы сейчас, коротенько, чуть-чуть хотя бы, да? Там было мною записано много, наверное, зовы мы не будем сейчас, давай оставим потом, да? Много материала. Ну, иначе это более резко звучит. Но бабушки уникальные совершенно, и хотелось бы традицию этого села тоже как-то поддержать. Вот. У них было в традиции полевые частушки, так, давай попробуем, да? Попаяйте, забыл, не знаю, горло сипит. Пока их записывали, я потеряла голос. Потому что ты, вот вы сейчас тоже можете, вы же поете, связки работают. Дальше там. Хорошо. Просто это достаточно. А давай сюда, может быть, чтобы не мешать бабуле, чтобы видно. Раздвинемся немножко просто. Надо так по-русски? Нет, просто. Ой, кулдай, не кулдай, не гуле кудря. Самая популярная, наверное, карельская песня, она в разных регионах Карелии записана, «Казвати мина мама», то есть «Растила меня мать», вот, и, господи, «Растила меня в саду, там я чай пила», ну вот, в общем, ее выдали замуж, а на той стороне, по-русски говоря, четыре заботушки, да, первая заботушка, свекровушка, вторая заботушка, деверя, нет, деверя заловушка, третья, муж удала голова, это русский вариант, да, а четвертая заботушка, дальняя сторона. И вот она хочет птичкой вернуться назад, туда, где мама ее растила, где она пила чай в садочке. Вот эта версия сюжета, она очень популярна. Пою немножко по-разному. Михайловские бабули, вот их версия. Казвати меной мамой Woo!
картинками, спрашивают. Ужас, ужас. Из записи 20 века, просто вот на этой, что мы вчера в гостях